Всем привет! Сегодня у нас две посылки. Я в одной знаю, что это. Это SSD-диск Рамста из Гигбайнга на 480 гигабайт. И вторая посылка, я даже не догадываюсь, что в ней. Вот, забыл трек внести в свою отслеживалку. И теперь нужно открыть, чтобы понять, что же внутри. Давайте откроем на все и посмотрим. Плавки. Это плавки за $1.99, по-моему, размер L из GearBest. Ладно, давайте сейчас посмотрим еще, сразу распакуем. Вот так запакован наш винчестер. Ну, неплохо, но учитывая то, что здесь тонкий пакет, могли бы поплотнее запаковать, потому что все-таки это SSD-диск, вещь хрупкая. Вот, ну, вроде бы должно быть все целое. Ладно, давайте откроем, посмотрим на наши плавки. Плавки продавались то ли за 99 центов, то ли за $1.99 для новых покупателей. Вот, я почитал комментарии, они действительно хорошие, типа, и качество очень такое прикольное на ощупь. Здесь подкладка такая. Вот, качество такое скользящее, прикольное. Я не знаю, как этот материал называется. Сзади есть карманчик. Вот. Ну, вроде бы прикольно, и я не знаю, то есть надо сейчас... Ой, зацепил камеру. Не знаю, надо сейчас померить. Подойдет, нет, фотографию добавлю. Вот, ну, сделано очень прикольно и вроде бы неплохое качество. Кнопочки все сделано без всяких там. Вот здесь небольшие вот какие-то ниточки торчат спереди. Вот, но в остальном я что-то, чтобы там каких-то швы ровные, хорошие. Вот, размер L, 80% нейлон, 20 лайкра, стирать при 25, в общем, и какие-то еще значки, я не знаю. Вот, фирма Austin Bam, America Pro Dirty. В общем, какая-то такая вот штука. Ладно, давайте распакуем теперь Рамсту и дальше померяем. Я купил себе SSD-шку KingDian и хотел на моноблоке поменять HDD дополнительный. Там у меня идет SSD формата M2 и на 120 гигабайт. Там стоит операционка. А второй диск просто обычный HDD, ноутбучный. Я решил его тоже поменять на более быструю штуку. Купил себе на GearBest KingDian на 240 гигабайт. Но потом оказалось, что у меня на, чтобы перенести все данные, нужно больше информации. И когда я увидел вот этот по скидке, то есть 480 гигабайт за 85, по-моему, или $86. Это, ну, решил взять. А потом немножко позже на JD можно было взять леновский, то есть, ну, за такие деньги. Ну, это уже буквально вчера или позавчера была такая цена на Lenovo. Поэтому, ну, уже пришел. Сейчас его откроем, посмотрим, что у нас тут внутри за комплектация. Дальше я его подключу. Подключу пока через переходник, да, через бокс. Вот, ну а потом уже воткну его вкручу в моноблок. Вот, здесь у нас все на китайском, какие-то значки, кружочки и так далее. Вот такая вот коробочка. Сам диск. На нем вот такие вот надписи. Серийный номер, SATA 3 SSD, модель, в общем, Рамста International Company, S600, 480 гигабайт. Я его здесь, он открывается просто, то есть нужно подковырнуть, наверное, но здесь вот наклеечка гарантийная, и я на всякий случай ее сдирать не буду, чтобы в случае чего можно было, гарантия это действует годовая, как и у всех, или там 2 года гарантии, я не помню, то есть, но в случае чего я смогу его отправить обратно в магазин, и магазин мне по гарантии его поменяет, если вдруг что-то с ним случится. Поэтому я не буду сдирать эту наклеечку даже ради интереса, потому что на 480 гигабайт это вам не 60, которые там за $10, 15.
Воткнул его, и он не отформатирован, то есть он определился, все без проблем. Вот, 447 и 13 гигабайт показывает. Вот, все в порядке. Единственное, что он не отформатирован. У меня получается диск вот D, который я буду на него перешивать полностью. То есть вот система у меня получается 120 гигабайт, который SSD-шка M2. Забита она почти уже под завязку. Вот, и получается второй винт D у меня на 300 гигабайт. Он тоже уже почти под завязку забит. И теперь будет 447. То есть вот этот винт я полностью переброшу сюда и заменю его здесь. Создал раздел NTFS полностью на весь диск, и заняло это буквально, не знаю, там секунд 5. Прикрутил RAM 100 сюда. Вот, тест ее я не смог запечатлеть, но запускал тест, за сколько откроется JPEG-овый файл у меня на старом винте моем, вот таком вот тошибовском. Вот, и сколько на этом. На этом винте он запускается где-то до полного открытия картинки, запускался порядка 5 секунд. Здесь 2 секунды. То есть реально, ну, ощутимая разница в скорости работы. Вот, все, я уже смонтировал, закрываю моноблок и буду работать. И прогнал еще тестик на файлики чуть побольше, на 1 гигабайт. Вот такая вот скорость практически не поменялась, все отлично, все работает, ну, супер. Мне винт очень понравился, ну и все, естественно, заметно быстрее начало работать. Вот, немного удивлен, но они подошли, у меня с ракенцы ношу L размера трусы. Вот, немножко вот здесь они задираются, вот так вот. Но, в принципе, довольно-таки неплохо сидят, вроде симпатично. Можно будет в них купаться.